Ребята, привет! Я сейчас начала готовить салат и подумала, почему бы не поделиться с вами этим рецептом. Я недавно готовила цезарь, на канале есть это видео, и я вспомнила, как в детстве, в подростковом возрасте, я ходила в кафе. А какие раньше были кафе? Ну, такие, с советской кухней. И там подавали вот этот вот салат, и его называли цезарем. И я очень долго думала, что это цезарь. Конечно же, потом уже начали открывать заведение получше, и мы узнали, что цезарь выглядит немножко по-другому, но вот в моей памяти это всплыло, и я решила его попробовать приготовить. У меня как раз это были все ингредиенты, думаю, вообще вспомню, думаю, по-моему, мне нравился. Вот, поэтому давайте я вам тоже расскажу. Здесь все очень простенько. У меня курица была просто заранее запеченная, я ее порезала для салата. Я, кстати, в последнее время начала использовать курицу в салат запеченную. Мне она больше нравится, чем вареная. Вареная, она, ну, вываривается, естественно, в бульон весь вкус, и она уже не такая вкусная. Вот когда она запеченная, в ней больше вкуса остается. Ну, это естественно. Вот, поэтому я практически всегда стараюсь использовать запеченную курицу. Оливки. Маслины. Маслины. Это маслины темные. Огурец. И сыр. У меня чеддер, мне очень нравится чеддер, он такой солененький. Сюда, там еще были сухарики. Ну, я без сухариков, мне так будет вкусно. Так, смотрите, пекинскую капусту я порезала. Добавляю сюда курочку. Оливки, все очень просто. Оливки. Огурец. Немножечко сейчас перемешать. Надо было, наверное, больше брать салатник. Так, немножко посолю, так как заправлять мы это все будем майонезом, а у меня майонез соленый слегка. И у меня здесь 2 столовые ложки без горки майонеза. Я думаю, мне его хватит. Не хотите майонез, я думаю, можно заправить спокойно сметаной с горчицей. Будет уже, я думаю, очень вкусно. Вот, сейчас немножко перемешаю, потому что если сейчас сразу же добавить сыр, то он одним комком возьмется. Я изначально перемешаю, а потом уже добавлю сырок. Это, знаете, такая сельская версия. На сельских свадьбах. Не хочу никого обидеть. Сама очень много провела времени в селах в детстве, у бабушки, у тети, у сестры. Обожаю, на самом деле, деревни, петухов. Так, ну вот, оно немножко перемешалось. И на крупной терке я натираю сыр. Советую брать сыр, который соленый, давал все-таки свой вкус. Вот. И еще раз теперь перемешиваем уже с сыром. Вот. И вот такой вот прекрасный вкусный салат у нас получается. Попробуйте приготовить. Он очень простой. Здесь не нужно заморачиваться. Особенно если у вас есть уже запеченная курица, либо отваренная, то это вообще вот быстренько, ну сколько у меня это, минут 5 заняло в среднем. Очень быстро все, все быстренько нарезала. И все, поэтому готовьте, попробуйте. Я думаю, вам понравится.